Приветствую вас, Елена. Смотрите, я думаю, что начать надо бы с того, что вас, вот как вы говорите, беспокоит причина того, что вы не понимаете, вас беспокоит непонимание причин его поведения. Причин поведения мужчины это беспокоит. То, что вы не можете понять его причин вот, ну, такого поведения с его стороны. Вот как бы некая тревожность по этому поводу нуждается в том, чтобы ее поисследовать и раскрыть. Потому что, очевидно, здесь кроются некоторые ваши проблемы, некоторые ваши противоречия, некоторые ваши сомнения, страхи, вот какие-то установки, негативные мысли, вот, что вызывает, соответственно, чувство и тревогу. Вот, ну, давайте попробуем. Вы говорите, что я, значит, не понимаю, да, значит, почему так себя ведет, что это для вас означает, условно говоря. То есть, вот, ну, вот что означает для вас, например, что вам мужчина интересен, а значит, он вами не интересуется. Вообще для вас это значит. Условно говоря, что вы допустим, ищете себе там партнера для отношений, к примеру. Ну, хорошо. Вот хорошо. Если вы ищете партнера себе для отношений, супер. Но это не может быть, как бы, один партнер. Это может быть несколько партнеров, несколько мужчин. Условно говоря, должно быть. Если вы, ну, как бы, общаетесь просто с человеком, ну, с человеком, с людьми и так далее, как бы, ваш один человек, который написал вам в соцсети, вот, а что вы делали до этого? Чем вы увлекались, чем занимались, на что, условно говоря, была направлена ваша энергия до того, как он вам написал. Вот. Что вас, условно говоря, ну, интересовало до того, как он вам написал. Как бы это все вот такой важным аспект ситуации. Да? То есть, почему вы тревожитесь? Потому что, первое, это для вас означает какой-то негативный результат, который, по вашему мнению, вас характеризует. Это первое. Второе, то, что слишком много ваших желаний, ну, ваших мотивов на этом завязано. Вот на, ну, я не знаю, на мужчине или на построение отношений. Вот этого я не знаю. Вот. И в-третьих, это то, что, ну, вероятно, вам не нравится ощущение неопределенности. То есть вот, возможно, это какая-то вот такая склонность все контролировать, ну, к примеру. Вот. Я не знаю, может быть, я не брал вообще. Вот, но как бы мне, ну, пока вот не видится так, да, вот ситуация. И, соответственно, вас это беспокоит. Дальше.
Дальше. Что касается вот, собственно, самого человека, да, и того, как вот вы, ну, выстраиваете отношения с ним. Я, конечно, не знаю, безусловно, я не знаю, но то, что увидел я, то, что увидел я, это то, что человек несколько, ну, как бы, предметно к вам относится. То есть потрогать, там, условно говоря, там, пощупаться, там, ну, условно говоря, там, да, там, еще там, что-то, ну, сделать с вами. Вот. И, вероятно, то, что вы ему не отвечаете взаимностью, вы ему не отвечаете взаимностью, ну, человеку, вот, по его мнению, той взаимностью, которую он хочет от вас. Ну, это вот его останавливает и делает вас, по сути дела, неинтересно для него. Вот. Потому что, ну, возможно, вот именно там, с точки зрения отношений, там, духовно, да, вы его не особо интересует. Вот просто это нужно признать, что человек вот интересует вами достаточно поверхностно. Вот. А у вас может быть совсем другое, отношение и другое восприятие человека. Вам может быть, хочется чего-то другого. А человек вам этого не дает. Например. Да? И от этого вам больно. Потому что ваши ожидания, то, чего вы сами от человека ждали, вероятно, не оправдалось. По какой-то причине, ну, по ряду причин, не важно, просто вот по ряду причин, не оправдалось. Это больно. К сожалению, это действительно больно. Но больно только потому, больно это, что вы это, вероятно, принимаете на свой счет. То есть как бы, ну, если вот это так вот, если вот он там не интересуется мной, вот, ну, значит, со мной вот что-то не так. Такая, наверное, у вас позиция. Ну, я не знаю, это просто гипотеза, да, как бы. То есть я не в курсе, я не буду пытаться там предугадать, грубо говоря. Но вероятность такая, она
безусловно, как мне кажется, присутствует. Вот. И что вы уже будете с этим делать, да? То есть, как бы, посмотрите, ну хорошо, а почему я вот таким образом выстраиваю отношения, да? То есть, ну, почему я вот так выстраиваю отношения, что вот у меня там такой, ну вот, что ко мне так вот поверхностно относится, условно говоря. Вот. Тут, может быть, я что-то делаю не так, может быть, ну, может быть, это я что-то делаю не так, понимаете? Вот. И все, как бы. И сразу ситуация может там немножко по-другому, немного. Ну, быть. Ситуация может немножко по-другому раскрыть, грубо говоря. Тут все зависит от вас, на самом деле. Дальше. Так, значит, так. А следующий я напишу, вот уже последний пишет. Так, машина мне нравится, я видел расстояние, что делать теперь, чтобы не перегнуть баг, у меня будет баг, то есть я не понимаю причины. А все начали перегнуть баг, чего вы боитесь? И как, вот, то, что вы боитесь, да, связано с вашим интересом к мужчине. Вот давайте попробуем на это обратить еще ваше внимание. Просто как это связано. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Я надеюсь, что ситуация ваша так или иначе разрешится. Я надеюсь на обратную связь. Будем как бы рады вам помочь.